Всем привет! Добро пожаловать на канал. У меня завтрак. Тушеная картошечка. Чуть-чуть. И бутерброд с сыром. Ну, конечно же, кофе. Почему у меня такой завтрак? Потому что мне совсем лень готовить. У меня кончились яйца. Я уже второй день забывала их купить. Но вот муж с работы поедет, купит. Вот. И говорить забывала о том, что их нет. И покупать. Вот сейчас сказала ему. Он доехал. Мы находимся здесь сегодня последнюю ночь. Все, съезжаем. У меня уже сумки практически упакованы. Даже киса. Сегодня не смогла сделать свои дела. Вот она. На улице. Выбежала и села там. И ничего. Потом пришла. Я ее подождала. Она не смогла там ничего сделать. И прибежала домой. Снег. Холодно. И похоже, она это понимает, потому что так на нее уходит. Все смотрит, что это такое белое. Не знаю, у кошек есть, чтобы они такое, чтобы они различали цвета. Ой. Сейчас поеду. Резина-то у меня летняя. Вчера мне муж звонит. Вот что-то я переживаю, как ты поедешь. Может, ты меня дождешься? Мы переобуемся, ты поедешь на работу. Я говорю, конечно, ты до 9, а мне к 9. Говорю, нет, уж как-нибудь аккуратненько поеду. А завтра уже с утра здесь переобуемся, чтобы колеса оставить. У нас колеса здесь хранятся, мы их не таскаем в город. Я в капюшоне еще не расчесывала. Нет, ну расчесывала, но не приводила в порядок. Какой организм? Я вот, если только с бутербродом, кушаю хлеб. И либо мне вот, как доктор сказала, на маленький кусочек хлеба, ну, почти после каждого приема пищи, наливаешь маслица. Вот так я хлеб не ем. Я тоже хлеб люблю со всеми блюдами. Сейчас его не кушаю. И когда ты не кушаешь хлеб, то насыщение позже приходит. Ну, если я думаю, порция чуть побольше, но я не стараюсь больше делать семечек. Вот у моя маленькая. Вот. И все как-то быстрее переваривается, хочется вечером есть. Я так-то не ужинала. Тут хочется кушать, я приезжаю, чай какой-нибудь. Или кофе, но хлеб стараюсь не есть, потому что это тоже все дрожжи, брожение, повременить. И плюс все тушеное. Почему-то все тушеное проваливается очень быстро. Угу. Я думала, у меня плохо желудок как-то работает, а он, наверное, просто не тяжелую пищу не хочет принимать жирную. Хотя уж не так я жирно готовлю. Если... Не жирно абсолютно. А здесь я просто перестала себе масло во все добавлять. Что только с водичкой? Что семечка? Что, моя хорошая? Ой, сколько ей сложностей было. Как она долго
Картошечки хочешь, нет? Я тебе давал. Купила легкое. Даже уличные кошки есть не стали. То ли они у меня такие все забалованные, накормленные, кормлю. То ли это действительно... Отрава даже для животных. Ведь кошки уже плохую еду не едят. Ой, вкусно мне было. Завтрак необычный. Картошка никогда не завтракаю. Но лень победила, лень победила. Всем хорошего настроения, доброго дня. И пока-пока, до новых встреч. Не забывайте посмотреть видео до конца со звуком, подписаться на канал и, конечно же, поставить.